Традиционный турнир по армспорту, посвященный памяти майора Николая Поручикова, погибшего на Северном Кавказе при защите конституционного строя, целостности и независимости нашей Родины, стал достойным открытием республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Состязания проходили в Большекотрасской среднеобразовательной школе Чебоксарского района, где учился герой-земляк. Почтить память майора милиции собрались школьники со всей республики, участники соревнований, родственники, коллеги, друзья. Турнир, прежде всего, это посвященный нашему сотруднику Николаю Валерьевичу Поручикову. Это уважение и дание к сотрудникам, которые сложили в голову в горячих точках Российской Федерации, защищая Родину, честь Родины и отдавая свое последнее, то есть свою жизнь. Должны помнить всех тех ребят, которые ценой своей жизни дали нам жизнь. А помнить мы должны как раз памятью и любовью своей, любовью к своей Родине. Спорт в районе сильно развивается, и особенно за последние годы. Дело в том, что, во-первых, район многочисленный, жителей 63 тысячи населения. Во-вторых, район пригородный, молодежи очень много. И демографическая обстановка в последние годы положительная. Очень много желающих заниматься спортом. Ну и ветеранов спорта, заслуженных ветеранов спорта, действительно в районе очень много. Для этого в последнее время мы создаем условия для занятий спортом. Это и ремонт спортивных залов, и школьных спортивных залов в том числе. В прошлом году отремонтировали спортивный зал в Атлашево в поселке и 7 школьных спортзалов. Очень массово проходят мероприятия в центре поселка Кугейси, на территории спорткомплекса «Улыб». Практически каждые выходные до 200, а то и более человек занимается спортом, а непосредственно в комплексе до 1000 человек посещают каждый день спорт. Всегда спорт лидировал, чем ходить где-то по дворам. Хочу пожелать своим соперницам удачи, чтобы было без всяких травм. Травмы очень болезненные. Удачи, тоже призовых мест. Если не сегодня, то в других соревнованиях тоже. Совет муниципальных образований Чувашской Республики поддержал идею проведения ставшего традиционным турнир памяти Николая Поручикова. И мы очень рады, что на этих соревнованиях участвует много школьников. И еще это радует нас, что начался у нас месячник оборонно-массовой работы. И этот турнир, как бы явился ласточкой в этом месячнике, мы решили учредить кубки и медали для победителей и призеров этих соревнований. Вот сегодня в Большекотрасе происходящее мероприятие, как бы комплексное событие, а именно в чем? Общественность, вся власть, ветераны, школьники, односельчане собрались отмечать память уроженца этих мест, это Николая Поручикова, который погиб, отдал свою жизнь ради целостности нашего государства, а именно комплексное.
комплекс в чем заключается? Здесь видно и военная патриотика, здесь видно и пропаганда здорового образа жизни, здесь увековечение памяти, коллективизм, патриотизм. И как раз совпало здорово то, что это происходит. Вот вчера в республике открыт месячник обороны массовой работы. Оно как-то вот сплачивает людей, и молодежь, и ветеранов, и пожилых, наверное, дороже или как бы лучше не найти мероприятие в выходные дни, вот так вот собираться, во-первых, помянуть достойного человека, героя. Николай Поручиков относится к той категории людей, которые служили честно, отдавали все для того, чтобы достичь поставленных целей. Здесь присутствует старшее поколение, здесь наставники ваши, здесь вы, здесь родители, здесь педагоги, здесь представители самых разных поколений. Пока вот жива вот эта связь, вот эта ниточка, я думаю, ничего нам не страшно. Потому что старшие, они передают свой опыт, свой жизненный опыт, свои знания. Николай Поручиков как раз из тех, хотя его рядом с нами нет, но он все равно с нами и помогает воспитывать в нас вот этот дух, силу, стремление и стремление к победе и достижению победы. Накал страстей на соревнованиях был нешуточным. Каждый стремился к победе со всех сил. Ведь здесь собрались самые сильные молодые атлеты Чувашии. 170 юношей и девушек. В упорной борьбе кубок победителя второго республиканского турнира по армспорту памяти майора Николая Поручикова завоеван учащимися в Урман-Сюктирской школы Чебоксарского района. Ну, прежде всего, наверное, это как сам вид спорта, он очень зрелищный. И поэтому, скорее всего, он дает что? Для ребят, которые в таком возрасте, как сегодня, бьются, да, на руках, они, прежде всего, конечно, определенную волю к победе, да, дисциплину, при которой они готовятся к своему поединку. Потому что армрестлинг – это очень травматичный вид спорта. И здесь как раз непосредственно мы видим спортсмена, его подготовку. Это связки, суставы, его мышцы как работают, да. Это наглость подхода именно к поединку самому. Потому что это очень демократичный и очень массовый вид спорта. Данные соревнования воспитывают молодежь в духе патриотизма. Значит, они помнят и это как пример мужества. Много очень участников соревнований, с каждым годом растет. Я наблюдаю вот сегодня, в этом году, количество участников соревнований почти вдвое больше, чем в прошлом году. Хочу, конечно, поблагодарить и воспитателей, и тренеров, и инструкторов, которые, да, всех, кто, значит, способствует и организовывает, и спонсоров, конечно, руководителей предприятия очень много пришло на соревнования, болельщиков очень много. Это один из самых массовых видов спорта и достаточно активно развивающий спорт. Абсолютным чемпионом среди юношей ученик 59-й школы города Чебоксары Антон Шершов. А среди девушек первой стала Наталья Пыркина, учащаяся Кугельской школы номер 1.